Приветствую, друзья. Как вы видите, снова это может быть в любом месте, может быть, например, в Финляндии. Но это не Финляндия, это Рига. Маленькая провинциальная Рига. И здесь находится один из самых красивых объектов поздней советской постройки. Чудом его успели построить. В принципе, следующий был бы Рижское метро. Это Рижская телебашня. Рижская телебашня построена в 1986 году решением Совета министров Советского Союза. Высота ее, я энциклопедист, поэтому могу все говорить. Высота ее составляет 386 метров, что делает ее третьей в Европе, высотным зданием третьим в Европе после четвертым после Останкинской телебашни, Киевской телебашни, которая тоже выше, и Лахти-центра, вот этой вот башни, которая построена в Питере на северо-восточной части. Вот, ну, повезло Латвии. Вот там находился раньше ресторан под тарелками этими. Сейчас находится очень стратегический объект, центр отслеживания угроз кибербезопасности Латвии, который, конечно, постоянно регистрирует атаки. Отделка карельским гранитом и лучшие технологические и конструктивные решения Советского Союза. Внутри, например, вот этих ног находятся лифты. Здесь три ноги. Это башня-треножник. Башня-треножник. Скорость лифта составляет 3 метра в секунду. Я был как-то там, но сейчас, поскольку это такой полувоенный объект, ведь кибербезопасность для нас очень важна. Может быть, сейчас, именно в этот момент, пишется релиз на английском языке про кремлевских, пекинских и также минских хакеров, которые опять подвергли атаке. А что еще тут интересно? Ну, два таких интересных факта. Вот с той площадки, а это 200 метров, прыгнул один парашютист, экстремал. Ну, надо сказать, 200 метров это предельно низкое, наверное, расстояние до земли. Он прыгнул, он приземлился, но он сломал обе ноги. Ну и еще в 86 году здесь был установлен первый в Советском Союзе передатчик Тесла. Представляете, Тесла. Та самая Тесла, где Илон Маск там и так далее. Ну а сейчас здесь ничего такого особо не происходит. Пустырек, велосипедисты, компания, видите. Ну, это на самом деле мои друзья. Вот этот вот толстопуз, который велик поднял. Его зовут Жан Иванович Сухлопаров. Вот. Ну и, собственно, по телевидению. Едем. По телевидению в Латвии, как вы знаете, закрывают последние русские каналы. Есть один пропагандистский канал, но он будет существовать только до конца этого года. А сейчас... Ну, конечно, все телевидение уходит в интернет. Да и, собственно, мы телек вынесли уже несколько лет назад. И вот, самое красивое в сегодняшней съемке – это велосипед, на который я сейчас сяду и поеду вперед по этой дорожечке. Хорошего дня, хорошего вечера, друзья. До свидания. Солнце уже садится.